Ну вот, выживание на косе. Выживание на косе иногда приходится быть жестоким. Вот Макс поймал гуся. Поймал утку или гуся. Он еще живой. Мы его немножко глушанули. Случайно. Ну, дело в том, что мы катались на кайте. Видим, что плавала гусь или утка, непонятно. Ну, она была уже вся больная, и она принесет нам пользу. Мы ее съедим. Мы извинились перед ней, вытащили на берег. Попросили прям, успокоили, попросили прощения и сказали, ты тебя помнить будут, как ни одного гуся еще люди не помнят. Скажи, гусь, что-нибудь на камеру. Нормально что-то говорит. Мы не будем показывать, как мы это будем делать. Макс приготовил нож. Ей не будет больно и страшно. Мы все делаем быстро. Пока. Приятного аппетита. Все, пока, гусь. Спокойной ночи.